я очень рад, что мы смогли обо всем договориться. Я тоже. Извините за опоздание. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы смогли приехать. Большая честь с вами познакомиться. Мне тоже очень приятно. Очень рад. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Андреевна, ну мы вынуждены были пойти на этот шаг. Ну что вы, я считаю, что это интересный опыт и новые возможности. Присаживайтесь, я готова обсудить детали контракта прямо сейчас. А что-то они там долго. Может, Авдеев ее уговорил? Нет. Сделки не будет. Руку даю на отсечение. С вами приятно иметь дело. Думаю, что юридические формальности не займут много времени. Главное, мы получили ваше согласие. Я очень рада передать агентство в такие надежные руки. Прошу вас. Ну что, тяжело будет с одной рукой-то? Ну что? Ты с нами? Или против нас? У меня есть условия. Холдинг прислал макет договора. Посмотришь? Я тебе доверяю. Присядь. Я рад, что мы с тобой сегодня были в одной команде. А что ты, это тебе спасибо. Благодаря тебе мы спасли агентство. Барс какой-никакой морально устарел, и ты дал ему надежду на новую жизнь. С возвращением. Хочу поговорить с тобой. Ребенку нужен отец. Врать тебе я не буду. Вместе мы быть не сможем. Но это же не помешает нам быть ему хорошими родителями, правда? Играть, гулять в парке, общаться. Ему просто нужны мама и папа. Нормальные люди, не спасающие мир. Очень тонко замечено. Пора начинать новую жизнь. Пора. Извини. Все в порядке? Да. Все решено. Спасибо.
Все вопросы решены, скоро поедешь домой. Надеюсь, этот день станет вторым счастливым днем рождения Барса. Да. Подождите. Это важно. Что за скандал? Хорошо, сейчас посмотрим. Как видите, схема проста до безобразия. На людей шили дело, затем их вынуждали перевести все капиталы в благотворительный фонд. Валерия Андреевна, вы это видели? Я даже знаю, о чем вы сейчас думаете. Забудьте. Ни один рубль, ни одна копейка не были переданы детям по назначению. Это не Юрий Деточкин. Это безжалостная ОПГ, которая контролируется на самом верху. А теперь о самом загадочном человеке во всей этой истории. Валерия Андреевна Смирнова. Это видео взорвало интернет. Ее муж, известный журналист Юрий Смирнов, был убит в попытке распутать это дело. А следователь Ильин, также пытавшийся размотать цепочку, и который был знаком со Смирновой, бесследно исчез. Как вы это объясните? А Валерия Андреевна в целости и сохранности. Хотя именно она знает об этом деле больше всех. Петр, открой! Без звонка неприлично. Если у тебя есть хоть какие-нибудь остатки разума, то ты немедленно опубликуешь опровержение. Ты понял меня? Сейчас, сию минуту! Ты что, хочешь, чтобы тебя убили, как отца? Я не думаю, чтобы он этого хотел. И я этого не хочу. Ты подумай вот этой головой своей, подумай! Почему? Как ты думаешь, я до сих пор с этим ничего не сделала и никуда с этим не пошла? Потому что ты струсила.
и предала память об отце. А меня он учил другому. И тебя, между прочим, тоже. Вспомни, Лера. Он нас учил с тобой искать правду до конца, а ты променяла память о нем на бабки и спокойную жизнь. Все. Ты ничего не понимаешь. Вообще ничего. Ты убьешь и себя, и меня, и ребенка. Ты ничего не добьешься. Я клянусь тебе. Я очень прошу тебя, Петр. Я умоляю тебя. Отцовский пиджак. Великоват. Я знаю, что делать в этой ситуации. Я гарантирую, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Я знаю, чем ответить Петру. Менее чем через час в информационном агентстве «Барс» начнется пресс-конференция Валерии Смирновой, посвященная распространенному в интернете видеоролику, где она была обвинена в разоблачительных связях с преступным миром. До сих пор Смирнова воздерживалась от комментариев, так что мы с нетерпением ждем, что же она ответит на опубликованные разоблачения. Сегодняшний день обещает новые сенсации. Там яблоку негде упасть. Журналисты собрались, ждут только тебя. Я почти готова. Значит так, ты должна раздавить его своими доводами, но еще больше своей уверенностью, чтобы ни у кого даже мысли не возникло. Я вот еще что подумал, можно организовать массовку. Мы могли бы найти детей, ну, которым фонд якобы помог, а? Ну, а что, как говорится, вместо тысячи слов? Ты шутишь? Нет. Иначе не будет никакой сделки. Не будет никакого будущего. Вообще ничего не будет. Нам есть за что сражаться. Хорошо. Что? Добрый день. Сегодня мне придется сказать правду, говорить которую тяжело. Начнем с главного. Информация, предоставленная Петром Смирновым в видеоролике, является ничем иным, как нездоровой фантазией автора. Никакой преступной группировки не существует. Благотворительный фонд, упомянутый Петром, действительно помогает детям, а не занимается никакой противозаконной деятельностью. А за всем этим скандалом и за видеороликом, который он выложил в сеть, стоит очень простая и грустная, тривиальная история наших с Петром сложных личных взаимоотношений. Мы все очень тяжело переживали покушение на Юрия Петровича, но Петр просто не смог смириться со смертью отца, с которым у него были очень сложные отношения. За этим покушением он видел заговор. Мы детально проверяли информацию, предоставленную Петром, и она ни разу не подтвердилась. Так что я могу в полной мере утверждать,
что тот человек, который 5 лет назад стрелял в моего мужа, был арестован и понес заслуженное наказание. Мне искренне жаль Петра. В связи со сложившимися обстоятельствами у него начались серьезные проблемы с алкоголем. Он неоднократно являлся на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения. В общем, компания все это долго терпела, но всему есть предел. И, ко всеобщему сожалению, нам пришлось уволить Петра. И этот видеоролик, который Петр выложил в сеть, является ничем иным, как местью. Таким образом, он отомстил мне. Петр не постеснялся это сделать. Он не постеснялся откровенной лжи. Ну что ж, он сделал свой выбор. А я делаю свой. Но я не желаю ему зла. Лера? Лера? Лер, ты чего здесь? В темноте, м? Лер, я тебя обыскался. А я потерялась. Дим. А я тебя никак понять не могу. Как же так могло случиться? Когда все начиналось. Сколько было радости, куража, задора. Мы с Юрой открыли это агентство. Статьи писали про какие-то заводы. И казалось, все, вот она, мечта, все сбылось. А что теперь? Полная разруха. А главное, что я больше не верю. Меня, той, которая верила, больше нет. Да меня вообще больше нет. Я все разрушила. Я уничтожила всех, кто мне был дорог. Как же так? А? Лер, ты делала то, что ты считала правильным. Жалеешь ты теперь об этом или нет, уже не важно. Все. Лера, агентство надо продавать. Да при чем здесь агентство? Из холдинга звонили. Они дали добро. Нужна твоя подпись. Thank you.
нельзя находиться. Пожалуйста, пустите меня к нему. Завтра придет врач, и вы с ним все решите. Пожалуйста, покиньте отделение. Пойдемте. Скажите, он будет жить? Состояние тяжелое. Но раз операцию пережил, значит, шанс есть. Пойдемте. Сейчас к нему нельзя. Пойдемте. Все завтра, завтра. Ну что, заслуженный отпуск? Я что-то переработал. Отдохнуть хочу нормально. По-человечески. Ну, это правильно. Впереди много дел. Надо набраться сил. Слышь, Колесо, только я предупреждаю. Бухать буду по-черному. Ну, и может, что посерьезнее, чтоб тёлки там, в общем. Дорогое удовольствие. Главное, чтобы печень выдержала. Да иди ты. Мы своих не бросаем. Кстати, по поводу твоего дела. Пришла экспертиза. Деньги на твоей квартире казались куклами. Ну что ж ты сразу не сказал, что они для оперативной работы? Эти, кстати, настоящие. Тогда за печень не отвечаю. Слушай, это, скажи, если можешь, чего эта волна, это действительно зашло? Ну, после того, как ты его засветил, сам понимаешь. Значит, на свободе ему недолго гулять. Счастливого пути. Давай. А печень все-таки побереги. Ну что, отпуск окончен. Пора домой. Здорово. Здорово. А Маркина что, не здесь? Я не в курсе. Наверное, суетится к твоему приезду. Ага. Будет тебя откармливать после казенных харчей. Ага. Поехали? Ну, поехали. У меня в 90-х дружбан работал в отрезвителе. Так они там деньги просто лопатой гребли. Короче, привозят к ним однажды одного чувака. Пьяного просто в хлам. Вот такой пузатый. Но бабла у него вообще немерено было. Ну чего, они его обули по полной программе. Думают, что дальше делать. Надо же как-то дальше его раскручивать, да? Вот. А тут выясняется. Слушай, дай телефон позвонить. На. Чего, не берет? Совсем от рук отбилась, а? Ну да ладно, это дело поправимое. Ты что там говоришь? У тебя друган. А, ну да. Ну вот. Они его решили дальше обуть по полной программе. И тут выясняется, что это прикомандированный полковник, прикинь? Там такое началось, это вообще! Вот так. Да. Ну, мужик, я от души давно так не смеялся. Да. Ну, ладно. Побегу, а то дел еще много. Давай. Скоро свидимся. Угу. Давай по-тихому, без крови. Чтоб все было чисто.
Значит так. Я держу на мушке, ты вырубаешь. Ну ты пойми, что Смирнова не остановилась, а ты спалился! Где Маркина? Она встречалась со Смирновой, взяла информацию. Пришлось ее убрать. Хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Прости, я тебе не поверил. Вас понял. Здравствуйте. Добрый день. Колесников, зайдите. Разрешите? Убрал двух наших и добрался до Смирновой. Я в курсе. Что еще? Там был Ильин. Разочаровываешь. Где Смирнова? Она, видимо, скрылась с Ильиным. Видимо. На те деньги, которые ты им дал. Он обскакал тебя, как соложонка. Что стоишь? Немедленно поднимай всех. Эту журналистку в розыск за убийство Смирнова. На Ильина повесишь Шилова. И пошел вон.
Будет исполнено. Марта! О, Степка, ну ты, как всегда, самый шустрый. Ну, пусть Иванка поест. О, сестренку-то пусти, банда. Проголодались мои хорошие. Против вдовы журналиста возбуждено уголовное дело. По словам источников правоохранительных органов, следствие располагает неоспоримыми доказательствами причастности Смирновой к убийству мужа. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Она объявлена в розыск. Кроме того, полицейские ведут поиски предполагаемого сообщника Смирновой, бывшего следователя Следственного комитета Олега Ильина, который подозревается в убийстве и незаконном хранении оружия. Полиция объявила вознаграждение за предоставление информации об их местонахождении и обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в поимке подозреваемого. К другим новостям. В этом году в Подмосковье планируют открыть более 1000 километров региональных... Здорово, Павлович. Ты меня это неожиданно отпуск населся. Домик хочу снять. На двоих. Здорово! 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 Ну вот, ну, все хорошо. Здесь нас точно никто не найдет. Вот так вот. Скоро станет совсем тепло. Прям Ташкент. Вообще, я думаю, тебе это понравится. Здесь не Москва, конечно, зато воздух свежий. Лес, река. Вокруг нет никого. Бояться нечего. Лера, если ты волнуешься из-за Палыча, то зря. Я его давно знаю. Ну, там. Выручил однажды. Хороший мужик. С тяжелой судьбой. Лера. Тихо-тихо. Сиди. Все хорошо. Хорошо. Заходи. Я подумал, вы это есть хотите? А? Тут не особо богато, просто картошка. Держи. Спасибо. И вот еще. Вот. Слушай, ну ты даешь, а? Я завтра съезжу в поселок, закуплюсь. Ты сам не светись. Завтра напишешь мне, что нужно, я съезжу. Спасибо, Павлович. Да не за что. Отдыхайте. Ну вот. Какой-никакой, а все-таки ужин. Сейчас все сделаю. Давай. Я сама. Ну, пожалуйста, я сама. Да я просто, это, помочь хотел. Не надо. Не надо мне помогать. Я все сделаю сама. Я же сказала, я... Не надо мне помогать. Всех людей, которые были рядом, все, кто мне помогал, я всех предала. Ты думаешь, я ничего не чувствую? Я ничего не понимаю. Что ты смотришь на меня? Не корчи себя святого. Поможет он. Здесь, конечно, красиво, но для прогулок уже как-то поздновато. Спасибо. Прости меня. Прощу, если дашь руку. Давай. Глубоко. Потерпи. Дома перевяжем как следует. Спасибо. Знаешь, когда-то мы здесь любили отдыхать. Ну, я с семьей. Я, Полина, Никитка. Тут дом отдыха был. Каждый год ездили. А потом тут устроили ремонт. Ну, и делали, так и не доделали. В общем,
Хотели продолжать ездить, но мы и так не успели. Я тогда делал авторитет одного. Махор. До суда довел. Собрал серьезную доказательную базу. Он получил пожизненное без права на УДО. Кажется, я что-то слышала об этом. Да наверняка. Нет, я, конечно, не понимал, что он... Ну, непростой и... Так просто этого не оставит. Ну, и люди за ним стояли, в общем, серьезные. Через два дня после приговора... Моих убили. Сейчас, думаю, все бы отдал, чтобы они были живы. А тогда... Теперь поздно уже. Да и если бы все вернуть... Не знаю я. Не знаю, наверное, урод какой-то, но я бы все равно так поступил. Знаешь, пойдем-ка в дом, пойдем, там уж тепло. Пошли. Пошли, пошли. Пойдем. Пошли. Доброе утро. Привет. Как раз вовремя. В нашем пансионате по расписанию завтрак. Вкусно пахнет. Это что такое? А это... Ну, будем держать связь. Ну, ты уезжаешь? Да. На самом деле, план очень простой. Шилов мертв. По фонду копать бессмысленно. После того, как Петр навел там шороху, они наверняка все почистили. Значит, зацепка у нас остается только одна. Какая зацепка? Следователь Колесников. Олег, послушай меня. И ты, и я прекрасно понимаем, что ни тебе, ни мне он ничего не скажет. Как говорят, дознание мой коллег. Я буду тебя ждать. Я вернусь. Обещаешь? Гарантирую. Пока не нашли, товарищ генерал. Но мы работаем по всем направлениям. Да, пробиваются все связи и контакты. Машина? Машина в розыске. Темно-синий внедорожник. Я понял. Без подробностей. Больше осечек не будет. Я достану их из-под земли лично, товарищ генерал. Твою мать, ты что, самый умный, что ли? Твою мать. Попалась. Thank you.
Что? Не выходит? Элин. Мне нужны имена. Ловко ты меня провел. Молодца. Че, думаешь, самый умный? Тихо, 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 тихо! Кто за всем этим стоит? Хочешь знать? Я скажу. Легко. Генерал Брагин за этим стоит. А? Размахался стволом. Че молчишь? А, доходит. Против Брагина у тебя шансов нет. Даже если соберешь доказательства, пустишь их в ход, ничего не получится. Элин, я ж тебе говорил, надо играть по правилам. По-другому ничего не может быть. Тихо, тихо, тихо. Так твоим молитвам колесо. Но если не я, кто-нибудь другой? А такие, как ты, ничего не изменят. Быстро сломают. Я ж тебе говорил, либо с нами, либо против нас. Ты что-то упустил. Времена-то меняются потихоньку. Да ладно. Да пойми ты, пока Брагину рулят, ничего не изменишь. Рано или поздно он тебя... Он вас вычислит и ликвидирует. Ну, тебе наплевать на свою жизнь. А ты Смирнова подумал? Зачем ты ее подставляешь? Она ребенка ждет. Тихо, тихо! А ты хороший мужик, Илин. Смелый. Я таких уважаю. Хочешь, я тебе помогу? Серьезно. Вот смотри, возьмем два трупа, положим в твою машину и сожгем. Никто ведь глубоко-то копать не будет. А? А вы свалите из страны, и все. Махнете прямо к морю. Новые имена, новая жизнь. Илин. А хочешь, я вас супругами сделаю? Давай это, решайся. Выбор-то у тебя небольшой. Да, пожалуй, ты прав. Выбор невелик. А? Либо с вами, либо против вас. Третьего не дано. Ладно, будь здоров, не кашляй. Или, мать твою! Стой! Да стой ты! Не оставляйте меня здесь!